Ух, всем привет, ребята! Сегодня я снимаю ролик 24 часа в доме из пластика. Сегодня только обзор на Матроскина. Ребята, смотрите, какого Матроскина я купил, получил. Короче, я его искал и нашел только в Магните не нашего города. Да, ребята, вот такие Матроскины у нас, вы их не найдете. Их очень разбирают. Я нашел именно того редкого Матроскина с Простоквашино на шарфе. Круто, да? Ну, короче, мы здесь должны выжить 24 часа. Ну, у нас, как вы видите, ночь, так что они пройдут очень быстро. Так что я сейчас буду ложиться спать. Сейчас я снимаю это видео очень сильно вечером. Потом я проснусь и на 4 минутки смогу снять видео. Так, ложиться я точно буду не на этот пластик. Лягу тогда сюда. О! О, все. Ну что, спокойной ночи. Ох, ой-ой. Всем привет, ребята. И уже настал новый день. Это вроде сегодня 6 число, 6 января. Мы продолжаем снимать ролик 24 часа в доме из пластика. Я снимаю вот эта игрушка, которая у меня сейчас на обзоре. Вот такая игрушка, кстати, ребят. Акция идет до 1 февраля, так что я не знаю, смогу еще кому-нибудь купить или нет. Ну, Матроскин и Лев у меня, как вы знаете, есть. Короче, ребят, мы находимся здесь. И посмотрите, что здесь из пластикового. Это же весь набор пожарника. Вау! Да, Матроскин. Ну, ребята, вот такой вот здесь. Странный. Ну, короче, подписывайтесь на канал. Ну, я не знаю, мы почти выжили 24 часа здесь. Это очень было тяжело. Вот помните прошлый ролик про 24 часа из подушек? Там я, кстати, 100 слоев коробок, третья часть вышла. Вот такой кошак. Прикольный. Да. Вау. Кстати, такого кошака легче всего получить, сканировать код-то из Простоквашино. Покупайте любой предмет Простоквашино, сканируйте код и получаете секретный купон на Матроскина. Так что и нажмите, конечно, на кнопку «Сохранить», чтобы сохранить код. Ну, я почти выжил здесь 24 часа. О, спать здесь было тяжело, но я снимал это видео 5 числа вечером. Просто надо было спать уже. А я начала его снимать и... Ну, зато меньше времени осталось, чтобы закончить эти 24 часа. Так что, ребят. Пока мы ждем. Вы можете сходить в магазин и купить любой предмет с Простоквашино. Кстати, у меня есть скрепыш, кот Матроскин.
еще и вот такой вот матроскин. Винни-Пух, матрос и попугай. Ну-ка, нуфок у них собирай. Льву. Ладно, ребята, сейчас камера у меня отключится. 24 часа закончится. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем удачи. Сейчас, подождите. Всем пока-пока.